Пані та панове! Сьогодні в мене знов цікавий гість – це пан Олексій Шапарєв. Вас часто називають пан? Ну, да. Нравится? Ну, нормально. Олексій Шапарєв – режиссер, он привез в Днепр фильм «Правила боя». Ну, у меня вообще принцип простой. Самый лучший, самый главный проект – тот, который ты делаешь в данную минуту своей жизни. То есть «Правила боя». Ну, сейчас, да, сейчас «Правила боя». Сейчас это вот полтора года жизни ушло туда. Всегда будет до кино, потому что кино – это все-таки тот инструмент, слава богу, еще, который может как-то влиять на человека, на его восприятие жизни. Субота, 28 січня, 11 година, 9 канал.